Ребята, всем привет, с вами Александр, Jurassic World The Game, у нас моды мастерство. Давайте смотреть, что у нас там. У нас тут Индоминус и Тапежара. Итак, всем здоровья. Отключает мод вражеского существа и снижает всем урон. Так. Кем бы тут пройтись? Ну, если раньше можно было, конечно, легко взять слабого хищника и с помощью тех усиленных его сильных усилий, то сейчас это, в принципе, так не получится. Не получится слишком сильно кого-то там усилить. К сожалению. Да, но можно вот как-то так прогуляться. Так. У меня там каких-то усилений должно быть много. Ой, вот эти бесполезные усиления. У меня их 14 штук. Так. Тебе, берсерка. Да, вернись обратно. Ну, пусть будет так. Тут даже не знаю, чего брать. Давайте так попробуем. Ну, здесь, да, нельзя так как-то сильно усилить. Можно взять слабых и сделать их сильными, это да. А вот взять своих и сделать сильно, сильнее, чем у врага, не получится уже. Так. Что-то я как-то по порядку их не поставил. По правильному. Так. Ну, в принципе, я уже могу его пробить. Ну, пришлось потратить все баллы. Ну и так, впустую потратил усиление. Ну, как раз на 3 он меня и пробьет. Так, а смогу ли я его пробить за 4? Блин, его здоровье усилилось конкретно. Ну, 4 должно хватить. А, еще и берсерк у меня здесь есть. О, хватит. На 3 удала. Ага, берсерка отключили. 4 пришлось тратить, представляете себе? А он меня завалит за 2. А, за 1. Блин, ну у него много баллов. Все, ставлю в защиту. А то если бы он их перенес, все, мне было бы больно. Но он, думаю, проатакует. У него шансов пробить меня много. Но я готов к этому. Еще бы один и хана. Так, готово. Идем дальше. Саркозух слабенький. Ну, о, вот тут один, вот этот только крепкий парень. Там вот есть крепкий парень, да? Если я возьму птерозавра, то, скорее всего, он подменится. А есть ли у меня вот та фигня, которая ворует? Вот так вот делаем. И вот так вот. Усиление. Первое усиление бессмертия хочу. Вот это, да, живучесть оно. При получении смертельного урона существо выживает.
Попробуем. Потом вот сюда хочу воровство. Это правильно? Крадет. Ну, если он подменится на Индоминуса. Было бы прикольно. Но он может подмениться и не на Индоминуса. Будет неприкольно, конечно. Но придется подменяться лишний раз. Ну, давайте попробуем. Рискованно иду. Я сразу этого могу убить, потому что я выживу. То есть, если меня вот тот парнишка проатакует, я легко выживу. Ну, по идее, и его убью. Он сейчас меня должен проатаковать. У него 3 балла, вот как раз на 3, да? А ну. Он решил смениться. Я делаю вот так. Ворую его показатели. А почему это у него аж 13 тысяч было? Блин! Не то воровство взял. Он своровал его усиление. Это было неприкольно. Так, ну я должен выжить. Я должен выжить. Клон. Нужен мне не воровство, а клон нужен. 5, он атакует на 4. И я выжил. Ха-ха-ха. Вот это не прикольно. Что... Это тоже хорошее усиление, мне нравится. С помощью его можно заработать лишние баллы. Но с Тадзянгом, да. Блин, а все сложилось так, как я хотел. Ну, это я путаю. Я уже второй раз перепутал эту штуку. А это фигня. Плюс 1 балл. Он еще работает каждый раз, когда он туда-сюда подменяется. Она, по-моему, сработала у него еще раз. Но это не важно. Вот так вот распетляли. Так, и третий бой. Есть ли здесь кто-то мега крутой? Ну, чтоб так вот как-то супер-пупер, я бы не сказал. Так, кого мне хочется увидеть суперсильного? Обычного трицератопса какого-то? Маюнгозавра? Так, давайте хотя бы там уровень, чтобы был чуть повыше, чтобы было веселее на них смотреть. Аллозавра, например, увидеть мега-сильным. А? Я думаю, вы согласны. Ну, Алыч. Алыч сворует усиление. Ну, в принципе, самый сильный вот этот парень. Нундагозавр. Потом пойдет Индораптор. Он, по идее, должен будет подмениться на вот этого парня. Так, а кем я буду этого парня убивать? Вот тобой. Вот так как-то пробовать. Теперь давайте. Клон. Вот, это то, что я хотел, правильно? Копирует показатель. Хорошо. Так, тебе. Командная. А тебе... Вернись обратно. Ну вот, живучесть классная штука. Ну, не знаю, давайте так попробуем.
Так, подтянулись показатели. То есть он усиляет своих и усиляется мой. Это неплохо. Я скопировал, смотрите, все показатели. И меня чуть-чуть там уменьшили. Ну, это фигня. Два я выдержу. Он, по идее, подменится. Ну давай. Мой Алыч круче. Надо было 20-го брать, он зелененький. Вот гаденыш. Пробил. Ну клон работает один раз, по-моему, да? Или нет? Не, копируют каждый раз. О, так вообще шикарно. Мне подходит. Но он может пробить меня на 5. Да, этого хватило. Вот клон шикарная штука. Вот живучесть хорошая штука. Да, ну вот это кровотечение командное нужно ставить первым, конечно, усиление. Блин, всего лишь хватает ему 3 балла. Но мне тоже хватит его пробить. Изи! Ну это забавно, самое крутое усиление, да, это клон. И вот такой вот у нас наборчик. Супер ДНК. Ну я тут сражался ради самой битвы. А на этом, ребятки, все. Всем пока.